Крупная надпись «Телефонная сеть 1915» еще отчетливо читается на старом люке. Раньше он находился на Хлебной площади. За сотню лет по нему прошло много поколений самарцев. По инициативе самарского журналиста Армена Арутюнова частичку истории старого города было решено сохранить и переместить на территорию сада усадьбы Клотта. Люк, он ценен и как исторический артефакт, и как антикварная вещь, да, которая, в общем-то, есть опасность его утраты из-за этого. Вот. Ну и вообще из таких, в общем-то, маленьких исторических артефактов, да, деталей, в общем-то, складывается ткань старого города. Он здесь обрел свою вторую родину, и я надеюсь, что здесь он еще не менее 100 лет дальше пролежит, а может и больше. Дай бог, чтобы горожане смотрели на него, вспоминали нашу историю и помнили о том, как начиналась цивилизация в Самаре. Этот уникальный люк – не единственное новшество в саду детской картинной галереи. В этом году здесь провели ремонт, асфальтовое покрытие заменили на плитку. На самом деле хотелось сделать здесь, чтобы все соответствовало этому особняку, да, этому саду, который здесь есть. На самом деле мы получили изумительный двор. То есть мы его таким даже себе не представляли. Вот это инициатива городской администрации. Теперь в планах руководства галереи отремонтировать здание, которое недавно перешло в ведение учреждения, и разместить там интерактивный выставочный зал. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков. События.